Налоговые каникулы для бизнесменов-дебютантов обсудили в Самарской губернской думе. Налоговая ставка 0% установлена для предпринимателей, которые раньше никогда не занимались бизнесом. Закон должен вступить в силу с 1 января 2016 года и рассчитан на 3 года. Льготную ставку может получить бизнес, занимающийся производственной, социальной, научной деятельностью или представляющий бытовые услуги. Перечень направлений довольно широк. Это растениеводство, рыбоводство, производство пищевых продуктов, безалкогольных напитков, текстильных изделий, одежды, производство кожи изделий из кожи, обработка и производство древесины, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство готовых металлических изделий и прочих готовых изделий. На Комитете по промышленности, связи и торговле обсудили также и другие законопроекты и поправки к ним. В частности, прозвучала инициатива внести некоторые изменения в закон о мерах по ограничению потребления алкогольной продукции на территории Самарской области. Отменить запрет продажи алкоголя в вечернее время, если праздничный день выпадает на воскресенье. Здесь все просто, все понятно. Мы говорим, понедельник – это воскресенье стал, выходной день. Вот тогда нужно перенести в воскресенье разрешить, а в понедельник запретить с 5 часов торговлю. Все. Это живой закон, который, ну, он сегодня, мы его ввели, посмотрели, как он работает, и понимаем, что надо его подкорректировать. Представителям главка эта идея оказалась не по душе. Полицейские говорят, уровень преступности в области снизился в разы, и во многом именно благодаря снижению потребления горячительных напитков. Мы этот закон уже приняли, вы приняли, ваш комитет, Шланков. Если бы в прошлый раз вы были против, мы бы все это учли. Если есть необходимость снова все это доказать, мы докажем. Окончательного решения по этому вопросу так и не приняли. Диалог продолжится на следующих заседаниях Комитета по промышленности, связи и торговле Самарской области. Марина Кравцова, Марианна Мирная, Константин Головин. События.